Если честно, я сама удивляюсь своей способности записывать последнее видео только про последнее время видео, да, только про шею и плечи, вот. Но логика такова, что приступать к работе с лицом, к фейс-пилатесу как таковому, без проработки правильной шеи, плеч, трапеции, всего-всего, да, спины, грудной клетки, ну, бессмысленно. То есть вы будете делать одно, не обращая внимания на главное, на причину ваших возрастных изменений. Так вот, чтобы выглядеть прекрасно, чтобы у вас не было ни одного залома на лице, по крайней мере, вне мимики, да, чтобы у вас не было носу губной складки, первым делом озаботьтесь, пожалуйста, состоянием вашей шеи. Если шея в порядке, то работать с лицом будет гораздо-гораздо проще. Поэтому сегодня мы с вами начинаем комплекс, который позволит нам именно снять напряжение. Напряжение с плеч, напряжение с шеи. Что ж, мы встаем или садимся. Вы можете сидеть, можете стоять, как вам удобно. Но главное, чтобы постановка тела была правильная в том и другом положении. Самое главное, чтобы вы, если сидите, сидели на седалищных косточках, если вы стоите, вы бы стояли четко на стопе полностью, да, не заваливаясь ни вперед, ни назад, ни на пятку, ни на плюсны. То есть стоя четко посередине и как бы протапливая свод стопы, через свод стопы протапливаясь вниз, да, плечики у вас опущены максимально вниз, макушка тянется наверх, шея выпрямлена, таз стоит тоже прямо. То есть что такое правильная постановка таза? Прямая — это когда тазовые косточки, вы можете их пощупать, найти пальчиками, они четко смотрят вперед. Если у вас таз наклонен, есть наклон таза, да, патологический, то постарайтесь хотя бы на время упражнения его выпрямить, вот, а вне упражнения на шею решать проблему с тазом. Окей. Что ж, стоим или сидим правильно. Делаем глубокий вдох. Выдох. Со следующим вдохом мы начинаем работать плечами. Плечики уходят вперед на вдох и на выдохе назад. Вперед и назад. Поехали. Мы сделаем так 10 раз. Максимально большой круг старайтесь описывать плечами. Еще раз вдох. Вдох. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Следующее. Вы наклоняете голову вперед. При этом старайтесь расслабить шею и, самое главное, не перегибайтесь в пояснице. В пояснице никаких прогибов быть не должно. Сниму очки, чтобы вы могли нормально лицезреть мое лицо, а не мои очки. Вот. То есть прогибов в спине, в пояснице у вас нет. Вы просто наклоняете голову. Потому что может быть такое, что у вас за головой сразу же потянется поясница в прогиб. Стоите таким образом. Старайтесь максимально расслабить шею так, чтобы вес головы потянул шею вниз. То есть вы не шеей, не мышечным усилием уводите вниз, а именно через вес головы. Стоим так 10 секунд, продолжаем глубоко дышать и стараемся выдох отправлять через шею, через заднюю поверхность шеи. Расслабляя ее еще больше. Еще стоим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И теперь начинаем очень медленно, как маятник, голову раскачивать влево и вправо. Крайне медленно. Это не мышечное даже усилие. Это очень-очень такое физиологичное движение, когда вы в такт своему сердцу поворачиваете голову. Раз, два. Как бы расшатывая ее все сильнее и сильнее.
И со следующим разом вы начинаете ушко класть напротив плеча. Вот таким вот образом. И еще 6, 5, 4, 3, 2. И теперь вы начинаете описывать полный круг вашей головой, при этом очень внимательно следите за тем, и в противоположную сторону, за тем, чтобы голова у вас назад не заваливалась. То есть, когда у вас голова уходит назад, все же удерживайте ее мышечно. И в противоположную сторону. Равное количество раз делайте в одну сторону, в другую сторону. Мне удобно делать по 3 в одну сторону и по 3 в другую сторону. И последний раз в одну и в другую. Хорошо, разминка завершена, теперь мы переходим к главному упражнению сегодняшнего нашего комплекса. Для этого мы берем наши ручки и вот так вот сводим их кулачками друг к дружке. Плечики опускаем, то есть плечики у нас не задираются, вот таким образом плечики опущены максимально вниз. Теперь мы достаточно сильно сжимаем друг к другу кулачки, делаем вдох и на вдох заводим руки назад. Голову вперед не выдвигайте, я так делаю, потому что у меня здесь шишка. Желательно, чтобы у вас там ничего не было за головой, чтобы вам не приходилось выдвигать голову вот таким вот образом, помогая как бы рукам, да? То есть руки должны максимально уходить туда сами. Затем с выдохом мы максимально сводим лопатки друг с другом и опускаем через локти руки вниз и ставим их на место. То есть именно локтем у нас идет движение, оно сильно-сильно сводит сзади лопатку. Угу. Мы таких сделаем 10 подходов, 10 раз. Угу. Все циклично дыханию. Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фух! Хорошо, встряхните ручки. Встряхните голову. И следующее упражнение, которое мы делаем, оно уже будет на растяжение как раз-таки трапеции задних мышц поверхности, задней поверхности, точнее, спины. А для этого мы сильно-сильно ухватываем себя вот таким вот образом, прям захватом за спину, как максимально стараемся уложить руки на лопатки. То есть руки у меня лежат именно на лопатках. Вот они вот таким вот образом их захватили. И следующее, что вы делаете, это опять-таки с выдохом. Делайте грудной прогиб, то есть вы прогибаетесь именно в груди, не, да, в грудном отделе позвоночника, но не в поясничном. Поясничный как стоял столбом, так и стоит. И вы максимально стараетесь ручками стянуть лопатки от себя, оттянуть друг от друга, да, то есть лопатки как бы оттянуть. И вот когда вы оттянули их, расслабьте ручки, просто зафиксируйте их в том положении, в котором они у вас встали. И как бы работают по большей части кисти, а все остальное руку постарайтесь ослабить. Итак, вы стоите в комфортном для вас режиме от 15 до 30 секунд. Не забывайте здесь дышать, расслаблять шею, расслаблять спину. Работают, по сути, только кисти, которые немножко-немножко фиксируют ваши лопатки. С выдохом встаете. Раскидываете ручки и можете идти дальше работать, сидеть, бегать, двигаться, жить, любить жизнь, потому что у вас расслаблена будет верхняя часть тела, вот, а с нижней мы как-нибудь тоже позанимаемся. Ну что ж, до новых встреч, пока!